Хороший пас во фланг. Опасно! В сантиметрах над перекладиной проходит мяч. Момент! Вот это удар! Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Опасно! Не получается удар. Попытка нанести. Мяч на центр. Перекладина не спасла. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Удар с 11 метров и гол. Опасно как. На месте голкипер. Все. Какой удар? Гол! Команда забила и ведет. Решил пробить. И это просто шедевр. Если говорят, когда, что вратарь половина команды, то это не про наш случай.